Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Дніпро побачив арт-проект «Голови». Як виникла ідея виставки та що хотів сказати автор, сьогодні дізнаємось від нього самого, а також у тих, хто цей проект створював. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого». Автор ідеї та головний організатор виставки Антон Ткаченко, а також фотограф та художниця Альона Загребельна. Вітаю вас у нашому прес-центрі. Пане Антон, хочу одразу звернутися до вас. Як виникла ідея та яка ваша особиста історія шляху ось до створення цього проєкту? Ну, стоит для начала рассказать о том, что это следствие и второй шаг. Первым шагом это был фильм документальный, как мы потеряли, я так в кавычках скажу, страну. Я много путешествую по стране, много езжу и вижу вот эти недострои, фермы разрушенные и наследие Советского Союза, которое сейчас еще не оприходовано, но и никто этим не занимается. Я вижу, как люди уезжают из сел, какие у нас замечательные дороги. И вот хотелось как-то это выразить как-то так, чтобы люди это увидели. Мы начали снимать фильм «Как мы потеряли Родину». В этом фильме мы показали историю страны, когда она получила независимость, до, в принципе, современного, до нашего часа, до нашего времени. И через призму курса доллара. Доллар постоянно рос, внешний долг постоянно рос. И постоянно уровень жизни человека падал, гражданина. Фильм был классный, его посмотрели около 1 000 000 человек. Мы делали даже презентацию в Польше. И все. Но недосказанность осталась. И вот второй шаг – это арт-проект «Головы», в котором мы, опять же, собрали всех лидеров государства. Там не просто какие-то люди, это те люди, которые на протяжении 30 лет принимали активное участие в политике. Это те люди, которые влияли прямо на то, что у нас сейчас есть в наследстве. Это те люди, которые создавали ту атмосферу, которая есть в Украине. Ту атмосферу, от которой украинец бежит на заработки в Польшу. Это вот тот реальный и главный внутренний протест мой, который вот я хотел этой выставкой выразить. Почему украинцы едут в Польшу, почему в Польше, которая была на момент распада Советского Союза в худших условиях, при меньшем потенциале, и она сейчас то место, куда наши граждане едут на работу. Поэтому это второй шаг. Мне кажется, очень удачный. Пані Альоно, хочу також у вас запитати, яка, можливо, теж така ваша особиста історія пов'язана з цим арт-проєктом? Чому ви вирішили до нього приєднатися? Що вас зацікавило? Ви брали участь у створенні фільму або ви вже от приєдналися на етапі саме такої виставки? Я присоединилась уже даже в середине второго шага, можно так сказать. Меня пригласили как художника-оформителя, потому что уже был этот объект «Головы», он существовал, и меня позвали придумать, как это все завернуть, во что это можно, как это подать хорошо. И меня идея очень заинтересовала, плюс как бы идея с Польшей, я ее прорабатывала уже ранее на набережной с польским девственником, потому что как раз замеряла набережную я польским девственником, что их парнишка приехал к нам теперь на заработки, так такая тема. И меня очень воодушевила эта идея, хотя я стараюсь не вовлекаться в политику в своем творчестве, в своем искусстве, но я отнеслась к этому, то есть я и не влезла туда. Я считаю, что это просто зарисовка на тему народ и власть для меня. И вот это вот колесо сансары, когда, ну, это то, что я наблюдаю вот как пассивный участник безответственный вот этого всего, что происходит в нашей стране. И я думаю, как, что я могу сделать со своей позиции, со своей позиции художника, но я могу только актуализировать проблему, которую я созерцаю. И вот эта ситуация, когда мы безграмотно выбираем лидеров, потом мы на них возлагаем какие-то надежды, но соответственно из-за того, что мы безграмотно их выбираем, ничего не меняется, и мы потом их ненавидим и хотим свергнуть. И так по кругу, бесконечно, пока кто-нибудь не включит голову. И как бы вот эта вот центральная фигура, центральный образ проекта — голова. Включи голову. Головы, которые летят с плеч бесконечно, как в «Алисе в стране чудес» немножечко, вот это голову с плеч, нужно из этого дурного сна как-то выбираться.
пробуждаться и включать свое здесь и сейчас, включать свою осознанность, как уже говорил Антон в своих интервью на эту тему. Да, это проект не политический, это проект, он больше образовательный, но общество и политики, которые нами управляют, которые строят здесь тот климат, ту атмосферу в стране, это, ну, не раз, это одно целое, это называется государство Украина. И действительно, поскольку мы верим в обещания, наивно верим в обещания, годами голосуем за тех людей, которые уже показали делами о том, что они могут или то, чего они не могут. Мы видим тот разрыв, с чем они идут и что они оставляют после своей каденции. Мы это все видим, дикое несоответствие. И вновь эти люди умудряются приходить. Действительно, или мы все спим, или нам нравится быть раздетыми. Мы потому и этим проектом пытались сказать: оденьтесь на себя. Немножко осознанности, немножко ответственности, и давайте действительно что-то менять. Не нужно это делать агрессивно. Я не разделяю никакие агрессивные методы, но с юмором творчески это можно менять, можно призывать. Да, это может кому-то показаться странным, но это гораздо лучше, чем какая-то агрессивная лирика, какие-то агрессивные действия, жечь покрышки, кому-то угрожать и делать что-то незаконное. Мы считаем, что нужно это делать все-таки с точки зрения культуры. Вот так как вот раз вот эту агрессивность я попыталась высмеять в том, что у нас используются тумбы, на которых стоят головы, и рядом с ними крышки гробов стилизованные. Каждый раз, когда народ бунтует против власти и пытается кого-то свержение произвести очередное, это как раз вот все бунтующие идут с гробами, что-нибудь, то землю приносят в качестве протеста в гробу и устраивают парад в эту честь, то там свинью или еще кого-то приносили, то это такое заюзанное уже клишейный образ, который я вот постаралась тоже его как бы вот в этом китче отобразить, что я радикально против таких методов, и мы попытались это высмеять. Но это не исключительно юмористическая зарисовка, потому что основа всего этого проекта — это вот как раз вот этот информационный пласт, который подготовили политологи в виде вот этой информации, которая на телеграм-канале находится, которые отсылали все эти QR-коды. Вот это основное, что мы упаковывали, чтобы это преподнести зрителю. И очень радует, что на всех этих фотоотчетах люди действительно стоят с телефонами, они сканируют и потом читают это все. Розкажіть більш детально за саме ці QR-коди, тому що, можливо, там мало хто розуміє, про що зараз йде мова, що це за QR-коди, що можна було побачити, перейшовши за посиланням. Стоит отметить о том, что этот проект не такой вот он и простой, он многослойный. И как раз в наведя телефонный QR-код, и можно получить информацию как в текстовом виде, так и в видео. Сайт мы сделали, и открывается видео на YouTube, где полностью политологи отобразили сухо, без пристрастия, отобразили фактическую вклад каждого персонажа в развитие благополучия нашей страны. Я убежден и вижу, что действительно Украина, она становится все слабее, 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 все зависимое, зависимое, зависимое. Поэтому они все по-своему внесли свою негативную долю воздействия на развитие нашей страны. И это мы отобразили в информации. Там сухие факты, их жизнедеятельность, она была публичная, следы, как говорится, все записаны. И мы структуризировали это дело политолог. Выразил это грамотным деловым языком, где все коротко, лишнего нет, тезисно, но очень интересно. И стоило большого труда сделать видеоряд под это, их лозунги, выступления, это свести было, стоило каких-то усилий. И опять же, иронично стоит заметить о том, что парень, который работал оператор, сегодня сообщил о том, что едет в Польшу на полгода на грибы убирать, понимаете? В Украине такой рынок, такая атмосфера, что он не может зарабатывать те деньги, которые вот он желает. И просто едет заниматься грибами, выбирать грибы. Мы теперь государство-донор рабочей силы для Европейского Союза. Ви на початку зазначили, що ця ідея була так вдало реалізована, і все ж таки те, що було продемонстровано на виставці, я, на жаль, могла побачити лише зі світлин, знайдених у інтернеті, досить ризиковано.
Як вважаєте, цей ризик був виправданий? Як відреагували відвідувачі виставки? Як вони коментували побачене? Чи була їх реакція правильною? Можливо, ви зіткнулися із такою із нерозумінням? К удивлению, и, наверное, ну, я знал, что на самом деле мы ничего плохого не делаем. Я вот внутренне это чувствую, потому что мы конкретно кого-то там не обижали. Конкретно мы не говорим о том, что это там ганьба, это плохой вор там, или там даже все они хороши, все они потрудились. Основная идея, почему они это смогли сделать? Они сделали это потому, что мы позволили своим молчанием, своим безразличием, своей неграмотностью им это сделать. Основной посыл все-таки к гражданам страны, которые должны все-таки проснуться, перестать продавать свои голоса, ходить на выборы. Даже если мы ошиблись, вот в какой-то раз, я не хочу сейчас никого называть, не политическое, ничего страшного, мы в следующий раз все придем и выберем кого-то сознательно другого. Да, мне многие знакомые говорили, ты не боишься, тут куча таких авторитетных персонажей, а ты вот так вот это все делаешь. Я не боюсь, потому что я вижу себя в Украине, жить я хочу в Украине, и почему я должен бояться? Я никому там такого ничего не делал. Я им всем желаю благополучия, пускай они занимаются бизнесом. С бизнесом. А они идут в политику, из политики делают бизнес. Это вот то, что вообще недопустимо. Я был в Сингапуре. Великолепная страна. И яркий пример другого отношения, другой связи государства и общества. Там, где человек пришел к власти и сделал все так, что маленькая страна, которая была там каким-то таким отстойной ямой, стала великим государством, великим таким объектом, и все называют Сингапур таким технологичным чудом, страной, которая действительно жить и комфортно, и приятно, и чисто. Для меня это был шок бетон и джунгли. Бетон и много растений. Мне каждый квадратный метр чего-то бетонного покрытия засели травой. Это просто чудесная страна. И Украина, которая обладает колоссальным потенциалом, не может такое устроить, потому что бизнесмены идут к власти, не политики, а бизнесмены. У нас куда ни кинься, что не политик, так это олигарх, миллионер долларовый. В Европе же это не так. Почему у нас это происходит, замкнутый круг сансары? Потому что мы безответственно делаем выбор. Это вот главный посыл. Ребята, оденьте на себя хоть чуть-чуть ответственности. И давайте выбирать каждый раз, ну по закону вероятности должен же прийти человек, который за то, чтобы в Украине была такая атмосфера, где можно заниматься бизнесом, где хочется построить дом, посадить дерево и воспитать свою семью. Сейчас же мы все, молодежь, смотрим вот таким не то, что боковым взглядом, а чуть ли не развернули голову в сторону миграции. Да это ж ужас какой-то. И мне так кажется, что это делается специально. Ну, я не знаю, мы про какие-то заговоры говорить не будем. Наша задача делать на местах то, что мы можем. Мы можем привлекать внимание таким способом, будем таким способом, но без агрессии. Потому что на самом деле, что посеешь, то и пожнешь. Любые акты агрессии, они провоцируют защиту и агрессию. Давайте культурно, стихи, фильмы, вот может что-то мы еще снимем, какие-то проекты творческие делать, такие, чтобы народ обращал на это внимание и становился соучастным, сознательному, осознанному выбору. Ну и культурная среда, она формирует мышление, формирует возможность различного досуга, а не только походы в ломбарды, а потом в казино и в пивнушке. То есть поэтому вот то, что я сейчас чувствую, находясь в этом городе, в нашем городе Днепр, то, что все-таки этот город начинает расцветать, и это очень приятно, то, что у нас строятся прекрасные улицы, наводятся порядки, пусть так будет и дальше. И я очень жду уже открытия нашего нового культурного центра, потому что большая часть моих друзей, моих партнеров по искусству, они уже готовят свои программы образовательные, которые будут доступны желающим, и это очень важно. Так что, Фил, я люблю вас, продолжайте делать то, что вы делаете, мне все очень нравится, хочу жить в Днепре, и чтобы во всей Украине было также тоже прекрасно, наш город обладает прекрасным потенциалом,
Здесь очень много прекрасных творческих людей, мыслящих, которые потихоньку перестают отсюда уезжать. Вот некоторые еще уезжают, но мы, те, которые остаются, говорят: ребята, давайте пробовать. И вот я надеюсь, что нас ждет хорошее будущее, и что здесь в нашем городе есть место для искусства, есть место для развития культуры, а где есть культура, там есть жизнь, там есть новое мышление, и там есть осознанность и осознанный выбор того, как мы живем, что мы выбираем и чем мы занимаемся в своей жизни вообще. Дійсно, такі якісь очевидні речі, але про них так важливо говорити, так важливо про них нагадувати і вкотре ось демонструвати ось ту тематику, яку ви піднімаєте. Хочу запитати, що чекає виставку далі, як мені відомо, вона буде подорожувати Україною. Очень хочеться, да, проїхати по всім городам. Ну, звісно, вже ми почнемо переміщатися по обласним: Харків, Одеса, Київ і Львів. Да, любой обласний центр, який пригласить, ми з удовольствием всем посетим. В Днепре, даже мы находимся дома, это было не просто найти площадку. Почему-то центральные все локации нам отказали, как только узнали, о чем будет идти речь. Мы открыто показываем намерения, что мы будем делать, показываем. Еще не было, конечно, собранной видеоотчета, какой будет после этой выставки. Она явилась, она произошла, мы теперь подготовим хороший ролик и уже будем с этим релизным роликом идти дальше. Но было не просто подобрать. Люди все-таки немножко боятся, опасаются, я не знаю почему, может, да, она такая смелая, она такая вот нестандартная, не скучная, но она образовательная. И если кто нас смотрит или кто-то имеет возможность помочь с локацией, мы были бы очень благодарны. Действительно, весь творческий коллектив настроен на то, чтобы с этим поехать все областные города, ну и не областные тоже. Альона, розкажіть взагалі про народження експозиції, які були продемонстровані, про народження цих фотографій. Ви сказали, що от все це було, компонувалося, були вже голови. Як виникла ідея самостворення такого формату? Можливо, є якась робота, якась фотографія, яка є особисто вашою улюбленою? Идея сделать фотосессию с добровольцами возникла просто потому, что захотелось какого-то яркого приглашения на мероприятие. И получилось так, что фотографии настолько крутые с художественной точки зрения, что они стали тоже частью экспозиции. Это круто. Но вот идея с польским девственником не совсем была хорошо принята организаторами выставки, даже отвергнута, но я рискнула и не жалею об этом. Люди восприняли все правильно, я думаю, и это сняло какое-то вот это напряжение от того, что мы все действительно ходим среди этих тумб с крышками. Это все так немного было, как в доме восковых фигур, или как будто бы мы Ленина зашли проведать. Немного какие-то такие пасмурные ощущения. И тут вот это вот разбавило все, объединило как-то и привело в движение. Я считаю, что я не прогадала с этим, хоть я так одна считаю. Вот. Но я все-таки хочу продать польского девственника. Если вы хотите меня остановить, купите его. Вот. Это будет вклад в развитие культурной жизни нашего города. Я хочу дополнить о том, что сами фотографии помогли выразить суть и такой посыл. Потому что мы говорим, что эти бизнесмены, которые являются руководителями страны, они своей деятельностью разделили народ. Разделили народ, и народу нужно одеться. Ну вот. Да, какая-то беззащитность одеться, в этом образе есть, что мы голые, глупенькие людишки, которые бегают с этими головами, и это такая нелепость какая-то. Ну, тут даже не смысл не в том, что нужно делать осознанный выбор. Часто же у нас у осознанных людей звучит такая фраза у моих родителей, что выбирать-то можно, но не из кого. Вот. И вот нужно глубже рассматривать вопрос. Я надеюсь, что этот проект, он заденет тех людей, которые могут что-то изменить, которые находятся в этой системе, в политическом поле, и что, возможно, как-то, может быть, это вдохновит кого-то, кто сейчас учится на специальности соответствующей, и как-то переключит
Ну, потому что визуальный язык, он глубже, чем текст. И вот эта многогранность этих образов, и здесь есть и отчаяние, здесь есть и ужас. И даже эти маски, которые маски политиков, тоже я посмеялась и написала своему знакомому, что мы не только отрубили им голову, мы еще и выколопали им глаза. Вот, потому что ну, вот этот вот все, весь этот шаманизм, все это вуду, это то, что цепляет. И нельзя говорить на политическую тему, коль мы за нее уже взялись, каким-то нейтральным недовысказыванием. Ну, то есть, и плюс головы, были даже такие раньше передачи, вот было такое телешоу «Головы», когда. Поэтому это такое заигрывание с историческим контекстом, заигрывание с, вообще, в принципе, с существующим контекстом. И с художественной точки зрения это выглядит хорошо, когда обнаженные скульптурные тела сочетаются с головами вот этими тоже, которые выглядят как скульптуры. Это интересно смотрится визуально, я думаю, что это отпечатается в сознании людей, а значит, они будут возвращаться к этим образам, следовательно, к контексту, к идее выставки, к концепции, и переосмыслять это, делиться с друг другом. И вот член, он как-то, мне кажется, это еще более табуированная тема, и поэтому он еще больше впечатал это. Мы сохранили это на флешку, у каждого человека, кто это видел, у него в голове, он даже об этом не знает, возможно, так. Що ж, я вдячна вам за наше спілкування. Час прес-конференції добіг кінця. Дійсно, дуже інформативно, дуже цікаво було з вами сьогодні поспілкуватися. Говорили про арт-проєкт «Голови». Автори хотіли сказати цією виставкою «Вдягніться», вони це сказали. До нас у прес-центр завітав автор ідеї та організатор виставки Антон Ткаченко, а також фотограф та художниця Альона Загребельна. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемагайте. Макайте.